«Чудо-страна» представляет. Совместно с фестивалем «Кинотавр» любимый новогодний фильм всей страны «Ирония судьбы» или «С легким паром» снимался в феврале-марте, когда снега на улицах уже почти не было. Все попавшие в кадр улицы Эльдар Рязанов велел посыпать пенопластом. Так была создана самая чудесная новогодняя сказка советского кино. «Чудо-коллекция. Чудеса, подобранные со вкусом».